21 апреля в Сургут приедут полномочный представитель президента в УРФО Игорь Холманских и 6 губернаторов. В нашем городе наградят победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Торжественное мероприятие состоится в спорткомплексе «Энергетик». Вместимость его трибун составляет 3000 человек, плюс могут быть развернуты дополнительно еще 1500 мест. Масштабы конкурса, который проводится с 2011 года, стремительно растут. Если 4 года назад в нем принимали участие 3000 работников, то в году прошлом свое мастерство в разных профессиях демонстрировали больше 12 тысяч человек. Конкурс-то сам призван повысить авторитет, повысить уровень заинтересованности, прежде всего, молодежи в получении рабочих специальностей. Всего насчитывается 40 победителей и призеров конкурса «Славим человека труда». Из них 12 – это представители Югры. Наши рабочие стали призерами в 6 номинациях. В округе работают лучшие машинисты экскаватора и локомотива, слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования, тракторист, машинист, штукатур и электромонтер. Добавлю, что югорчане участвовали в 8 номинациях из 13. Впрочем, главный федеральный инспектор Пахмау отметил, что организаторы конкурса и власти в приоритет ставили все же популяризацию рабочих профессий, нежели победу в конкурсе. Безусловно, приятно, когда наши соотечественники, наши земляки занимают призовые места, но еще лучше, если нам руководители предприятий скажут спасибо, когда очередь будет стоять при оформлении на работу. Вот я думаю, это наш главный результат.